оставлю вас на падший дом. Мы больше не патрулируем тульный квартал. Приказ герцога. Мы там теряли слишком много людей. Солдаты слепнут от порошка стенателей. Их режут в подворотнях. Как я вообще здесь оказался? Уже устал прочищать уши от серебряной пыли. Что-то тут странное. А стена... Здравствуйте, Эмили. Я собрала кое-какие сведения. Точно знаешь, что делаешь? Тактики меня учил брат Кардоза на полуострове. Такими трюками пользуются тамошние пиратские шайки. Как бы только не получить дротик в живот. Стенатели не отличаются осторожностью. Но с этими штуками несложно разобраться, если у тебя твердая рука, и ты знаешь, какие тросы нужно перерезать, то все у тебя получится. Погоди секундочку. В обход, брат. Здесь дороги нет. Быть не может. Я тут почти всю жизнь живу. Нет, нет! Мольбы тебе не помогут. Минутное неудобство. Тебя обвиняют в действиях запрещенных аббатством обывателей. Каждое преступление было засвидетельствовано верным и благонадежным смотрителем. Поэтому суда не потребуется. За кражу еды. За вмешательство в действия смотрителя. Смерть! Нет! Наместник не говорил о своих планах, но сейчас он наверху, так что, думаю, рано или поздно мы о них узнаем. Бьюсь об заклад, скоро все закончится. Удивительно, что мы так долго возимся с этой чертой. Ты знаешь, что запреты говорят. Станут пожирать все на своем пути, даже нечистоты. Кажется, там что-то есть. Что ж.
Поистину ли она избрала тебя? Я не заметил, что она здесь. Что чужой не добрался до нее раньше меня. Пинатели трусы, брат мой. Однако их было шестеро. Я рад, что со мной ты. Меня согревает мысль о том, что последний герцог минут... Герцог скоро я будет свергнут. Так говорят сестры Ордена Оракула. А я это нутром чую. Значит, патовую ситуацию с Истинателями нужно решить. Если избавимся от Паулу, наше влияние в Карнаке станет безграничным. Как и на всем Сирконосе. Дюжина смотрителей погибла, пытаясь одолеть Паулу. Мы наносим ему смертельные раны, но на следующий день он возвращается. На его колдовство не действует даже древняя музыка. Я думаю, у Паула есть какой-то нечестивый артефакт. И боюсь, этого человека нужно убить дважды в один день. А герцог вам не поможет? Герцог не друг нам. Он изгнал меня из Большого Дворца и сделал все, чтобы вытеснить аббатство обывателей из Сирконоса. Как он смотрел на меня в тот день. В людях, которые слишком долго живут в дворцах, есть что-то скверное. Отличная работа. Бирн крепкий был, дядька. Хвалю Бирна, займусь герцогом. И город будет да наш. Это наместник. Вот подарочек. Я столько гоню. Уберите его. Кто открыл дверь? Разгуливаешь телом Бирна. Сработало. Все было правильно.